Сегодня у нас 8 августа 2018 года, утро. Еще до завтрака, до 7 часов. Вот. Вот Игнатий, значит, тут занят своим делом. Мы посмотрим, чем у нас занимаются другие братья. Вон они работают. Территорию от сорняка, тут доски разные. Вот они сейчас этот сорняк набирают. Интересно, тут много навоза, это именно вот отсюда с сарая. Овечек много лет держали, ну, тут года за два накопилось, наверное. Все вот вытащил Иосиф Стинов. Вот сейчас вот они кучками накладывают, потом будут таскать. Батюшка решил уже здесь скотину не держать, овечек своих. Все это надо будет убирать, разбирать. Все это завалилось. Тут вот все тоже убирать надо будет. Вот Сергей пошел уже первый. Первый пошел. Так, наверное, с той стороны, вот тут с угла. Тут раскладывает на кубе это. Вот, там иди ванну, да, добей до конца. Ванну надо поднять, Миша. Ворона ходит, что-то любопытное. Заканчиваем работу. Так, по углам тут забил вчера 6 этих колышков. Так обычно-то не забиваю. Вот. Детали несет. Вот детали несет. Куда? Ну давай сюда. Сверху. О! Так, мусор не сухий. Много было разобрано тут. Забор тут, сетка старая, все это убиралось. Много гнилья лежало на земле. Вот что от него хлам весь это остался. Чего, вдвоем надо было нести-то? Да, один потащил. Все, наверх что-то давай. Да. Так. Ну, пока хватит на сегодня, значит. Сейчас я тут разгребу. Володя уже сегодня тут кухонные обветки, а ворона прилетела, ждет. Сейчас я закончу. Мне надо углы выправить. Видишь, вот стояки-то стоят. Видать их? Да, видно. А так трудно было. Вон стоит. Это у нас называется куб. Ну сколько он здесь? Ну, 1,80 м. А так 2 метра. 2,20 м. Вот примерно так. Называется куб. Обычно так ровно делаем.
Вот давай мы сейчас, ну все тут надо, как надо, это уляжется. Главное выровнять, чтобы углы, вот он, видишь, стоит где. Так, Сережа, подойди ко мне. Опа, отработал. Подправить, видишь, колодку поставил, вот так пусть стоит пока. По нее можно ставить что-то. Вот деревня, куда мусор девать? У нас машины нету вывозить. Некуда. Трава вырываем. А вот, пожалуйста, здесь. Это место мусорное. Сделали. Ну, тут за лето его разбомбили, разлепешили, его не видно. Вчера мы начали, вот сегодня заканчиваем. Вот тогда же, видишь, вот стоит столбушок. Вот еще один. И там так, по три с каждой стороны. Обычно я не ставлю. И раскладываю. А теперь внутри пустота. Вот туда теперь отходы, очистки картофельные, там еще есть. Все туда, только золу не сыпать. Вот он куб. Таких кубов давайте посчитаем сколько. Здесь один у Володи. Дальше. На Саманном второй. У Виктора Савченко третий. Вот здесь вот этот четвертый. Сейчас мы посмотрим даже. Пятый, шестой пройдем. Четвертый, пятый, вон с той стороны, и с этой стороны шестой. Шесть кубов. И вот мы ни разу не возили никуда. Оно осаживается. И чем оно хорошо? Весной. Если там где-то обрывки, то ли там это рубероида какой есть, или, ну, бывает там что-то, целлофан. Положил, дальше земли насыпай. Больше ничего не надо. Ну, земли-то тут хватает где-то. И сажай, что здесь? Ну, здесь такое надо садить, что плети большие имеют. Это арбузы, дыню. Поливать очень легко. Ну, что интересно, мы делали. Курицы все везде истребляют, ходят. Сюда не залазят. Ни одна курица на куб не лезет. То ли она боится, то ли еще. Этим выгодно очень. Вот смотри, вчера мы сделали. Ну, сколько здесь? Ну, метр 20 вполне даже есть. Иди, какой куб. А вчера какой мы были? Подошли. Все развалины, под ноги течет. А здесь нет. Чистая вода, которая, ну, не чистая, в смысле, отходы воды. Вон туда. Мы сейчас пройдем, посмотрим три куба там вместе. Пойдем. Я попутно расскажу тебе про рыбалку. Он не подготовленный. Бросает, как попало. Другая веревочка, которая там болтается, отрезать не может. Она ни к чему только путается. Туда надо что? Горелый хлеб. Что-то там маленькое, разное. Нищая скорлупа хорошо идет. Раньше жмых шел. Лучше всего. Смотри. О, ураган. Наконец-то родились. Это что за дождь? Надо будет вытащить потом. А это грядка, лук посаженный там. Чеснок. Чеснок. Мил? Чеснок. Где-то там. Нету его там. Нету. Он должен быть. Нету. И не должен он быть. Да есть он там, есть. Прополоть надо просто. Валили сколько было. Дальше. Железная барана, я узнаю, кто сегодня это заберет. Так. Размах руки, большие пальцы, равен росту. 1,72 м. Ну так, свободно. 3 метра. 3. Видишь, он старый, мы. Забери-ка у меня. Рукой не взять. Ну, а тут 1,70 м примерно. Вот. Вот эту надо где-то убрать, наверное. Утащить, она сгораемая. Кто накидал тут, я не знаю. Твоя работа? Да. Это не годится. Вот это, что попало, ты взял тоже, утащи. Там ее обрубить. И это только для мусора. Это тоже тут не годится. Она сгодится где-то что-то затыкать, щели какие-то. На. Вот недавно мы это выправили тоже. Видишь, как выровняли. Идем дальше. Да брось туда, потом возьмешь. Вон туда, вон, повесь. Вот эту барану, на чтобы так согнуть. Вот эта барана. Это надо было где-то бульдозером ее давить. Да не, а это как? Тракторист здесь пахал и выпахал плугом. И так загнул ее. Плугом? Да. Он чуть плуг... Чуть... Плуг не поломал. Он чуть плуг себе не сломал. Теперь гляди. Вот это что? Что это здесь такое вокруг? Что? Здесь у Никиты была грядка.
под лук? Ничего там не росло. Грядка, на которой ничего не росло. Телефон? У меня? Да. Ну вот видишь, что грядка. Вот как интересно, если я чем-то не занимаюсь так, то это нормально. Звонит, нет? Да. Говори. Доброе. А лопухи-то полезные, нет? Сейчас ко мне зайдите. Возьми там, подождите. Конечно. Меня, сейчас я подойду. Я вчера разговаривал с Таней Никитиной, я Евангелие пошлю ей. Сейчас мы выйдем сейчас на улицу и идем. Подождите нас, минуты три, подождите. Едет, пенсию получает. Ой, вот здесь все, представь, сколько репья и куда его девать. Его вырубили. Дальше. Ну, это Павла дома, тут Никита. Ее же прикладывают, когда ноги болят, там еще. Это полезно. Ну, тут маленько разобрали на еще. Дрова туда занесли. Надо вот с этим еще разобрать. Трава растет как-то на дрожжах тут. Весь сорняк этот. А пара быстро поднимается. Благодаря кубу мы все абсолютно подняли здесь. Иди. Это еще один куб. Но это не маленький куб. Так он большой был, осел. Осел. 2,70 примерно так. Репей. Выложили. Так он осел-то на сколько? А сколько осел-то? Он вот какой был. Он осаживается. Да. И никуда не вывозим, у нас транспорта нету. А дальше здесь, ну как я говорил, тут сажай что хочешь. Это участок земли, какой был, такой остается. Дальше. И пушка на курицу. Давайте быстро пройдем, там нас ждут. Нас ждут. Шишак. Есть. Вот это вот еще надо определить, вот вывезти. Потом дети, чтобы вывезли ее на костер. Так, сюда. Ну, это мы с тобой. Разумные. Вот, смотри, Володя. Бревно большое, ребята. Разверните его сейчас быстренько. Идите сюда. Чтобы видно было. Туда разверните, а потом вытащить можно будет. Так, потихоньку проходим. Ну, на дорогу туда, в сторону. Все, пойдемте. Слушай, оно не еще. Володя, давай, тут оглобли, пройди по сухому. Осторожно, оглобли, не запнитесь. Тут не запнитесь, братья. Смотри. Опять уже такие лопухи. Лопухи-то какие. Репей какой. Дай-ка я возьму, чтобы видно было. И главное, все убрали. За это время дожди были на раз. Ну, это небольшой. Есть такое, что прикроешься и еще свисает. Ты посмотри, как осело. Тут ходят коровы. И коровы стали ломать наш куб. Мы взяли его и заголодили. Остановили столбы, чтобы быки не подходили. Вот. Да примерно вот такая вот высота была. Почти наполовину осел. Притом никто на нем не ходил. Да в том да. Году даже арбузы у Никиты тут выросли. Да. Хоть и поливал редко. Главное для нас здесь что? Куры не залазят. Геннадий Иванович, вот между прочим, насчет мордушки-то. Да. Я вчера мордушку, вернее, позавчера вечером проверял, а у меня теста с собой не было. Я просто этими колючками заткнул эту дырку-то. И там поймалось, что-то Сергей много рыбы привез. То есть один на репей. На один репей, на пустоту. Да, берите репьем и затыкайте. Ну. Репья вон хватает. Бери, может быть... А я подумал, может, говорю, какие-нибудь это... Иначе, Иванович, а я подумал, может, какие-нибудь дурачки попадутся. И они на пол... А корейцы, говорят, вот это вот обжаривают вот эти вот листья, и там, говорит, пальчики оближешь. Надо попробовать, Володя. Взять, сварить, а маслом полить, порубить. У нас же хватает этого добра.
Вот, нет, пожалуйста. Там именно на колючке, не на листья, а на колючке. Он колючки вот так вот взял, репьё, вот эти вот. И вот такую затычку сделал из них. Заткнул и все. И ни теста там не было, говорит, ничего. Я вытаскиваю полную мордушку. Ну, значит, вот оно, берите. Экономим тесто, все. Да-да, так. Единственный случай. Вот он, видишь, молитву прочитал, говорит, а дурачков. В общем, да, мы здесь все вообще. Вот это вот сколько? Ну, месяц назад, наверное. Да, ну, меньше. Да, да, да. Все было чисто. Там он, такая высота была, больше половины осела. Вот эти кубы, это у нас просто находка. И ладно, туда кладем мусор, который, да, щепочки там, ну там мелочь, это все перегнивает. А лежит, никому не мешает, огородили. Гляди как. Дальше. Да, проблема мусора в деревне. Вот так. Это есть. Решать проблему мусорных баков в деревне. В деревне же нету мусорных баков, и какие-то вывозят. А ты не забываешь, что там больше пластмассы, там не травы жители. Мордушка, так вот готовая мордушка, если это вот не рвется, вот она, гальян-то в нее не вылезет, наверное. Вполне можно вот это отодрать и из нее сделать мордушку. Вот. А вот это как утилизировать, вот это вот, в деревне? Никак, это сжигать. Небо. Сжигать или вон сюда, это, где, ну, силосная яма. Пошли, я сейчас и вытащу. Все, идите. Большой брат сидит за нами, да? Вот эти у нас 6 кубов. Это находка для нас. Готовьте обед, я сейчас Евангелие вытащу. Володя, пошли со мной. Там это, Сергей, посмотри эту. Евангелие, суп. Пойдем вытащим. На плите стоит. А ты, Сергей, готовь там пока. Надежда Васильевна сейчас с кем-то поедет. Шарик, 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 веселый наш. Буска, буска, буска. Буска наша, буска. Все, забирай. Ого, не урони. Все нормально. Я потом принесу пообедать. Шарик висит. Он погулять хочет. Гулять. Да. Ну сейчас я его возьму. Ой, ой, смотри, еще пыль какая. Гулять, гулять. К Надежде Васильевне. Она за оградой стоит. А ну-ка, ползи, 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 ползи скорее. Ну-ка, ползи, я то не возьму. Ой, ой. Ну, ползи, ползи, он не может ноги подогнуть. Давай скорее, ползи, ползи, ползи. Ой, ой. Ой. Хитрющий того, на собак тут лает, а когда туда иду, я его к тем собакам приведу. Верный этот, ураган, а там не лает. Ач. Пойдем. Откройте багажник. Откройте, а я не знаю как. Доброе утро. Таня, не знаю, я хочу катать. Никитиной Таня. А мы через Корчино не едем. Мы на трассу и до Мамонтова.
Мы не через Корчино, мы вот здесь. Так она говорит, едет пять все получать. Мамонтово. Нет, не поедем из Корчино, садись, Люда. Что такое? Мы в Мамонтово. Вы обязательно в Корчино и попадете. Назад поворачивай. Вот нас не зависело. Мы были расположены. Давай, не урони только. А вот тут попутчики у нас будут. Вот книга, Игнатий Николаевич. Буска. На столе 4. Так, и вот мы готовимся на завтрак. А Паля-то где? Буска, не бойся, Буска, он тебя не тронет. О, хвост распушило. Как он тебя ведет? Да, Лёха, можешь, это не их территория. Ну ладно. Ну еще. Шарик, подойди. Ну, даже не так. Видите, столбы мочат ему. Подойди. Кровная обида. Ну давай туда, верни его. Пошли, верни, где я. О, тут поссать надо. Да, хорошо. Вот. Он верни, к верному подходит. Так, скорее стол помощи. Брызгалка у него на все. Сами они дружно. Вот. А тот дерется сильно. Они же не раскинулись на него, он привязан был, ногу ему сразу перекусили. Я ему скафандр сделал, лангетку, все, он ее сорвал. Я ему тогда обрезал 5-литровую банку-то и сделал как скафандр. Ну а потом вы, а он главное вот так вот пописать то надо, на передние ноги встанет, на двух ногах стоит. Можно подумать, бульдозер пришел. Ну что, забуксовал на одном месте. Пыль идет от здесь места. Ну и тогда и вывел я его. А корову его увидели в целлофаном вот этого. В скафандре-то. Как бросил, бежал. Ну ладно. Еще такое. Ураган серьезный, да? Ну. Нельзя трогать его. И он знает длину цепи, не подходит ближе.
Так, так. На дальних рубежах пометку делает. Так, так. Так, ну что, что такое? Ага. О, о! Ну, маленький ты, смотри, на кого рычишь-то ты. О, вот хвост свой лови. Он размером-то свой хвост. Видел, как он хвост? И ты на него лезешь. Что ты делаешь, а? О, сунул меня носом даже. А, а. Так, запутался. Запутался. Ну-ка. Подойдешь, нет? Поставь. Стоп. Так. Каждую былинку хочет заметить. А тот тоже там поливает. Ну подойди к нему. Подойди. Подойди, подойди. Гляди. Гляди. Не хочет. Не, не пойдет. Как на эшафот. Ну, и подойди, поздоровайся. Подойди, поздоровайся. Но ни под каким видом. Ох, и хитрющий. А когда он туда придет, он на него лает на этого. А тот взял так ему да полез, где у него ножка овечья спрятана. Так он на него кинулся, на этого даже, на урагана. Вот утренний у нас сегодня мацион такой. Кто-то поехал в районный центр. Стоп, стоп, стоп. О, пробрало так, по-серьезному. Все. Это вчерашняя у него манная каша выходит. О. Ну прям на дорожке почти оправился. Вот, стой, стой. Слушай. Стой. О. Ну мы зовем маленькая собачка с большим сердцем. Когда? А, сейчас скажу. Ага. Все, все понял, ладно. Все, привязал, отдыхай пока, Саш. Надежда Васильевна позвонила, сказала, Устинов Андрей сегодня должен через Корчино ехать, или если уже не уехал. Надо до него съездить. Андрей? Да. Сейчас я съезжу. Все, ставьте на стол, собирайте. Угу. Сейчас я разберусь.